На стенде фотографии ветеранов. Они герои Химок, защищавшие родину во время Великой Отечественной войны. Их подвиг помнят и по сей день. В честь 79-й годовщины Сталинградской победы в ДК «Родина» прошел памятный концерт. Почтить память героев пришли жители города и депутаты Совета депутатов Артур Каримов, Надежда Смирнова, Галина Болотова и Алексей Федоров. Уходят года, уходит время. Все больше и больше в городе отмечают Дни воинской славы, чтобы наши дети помнили, чтобы мы помнили тот подвиг, который удалось совершить нашим солдатам для того, чтобы мы могли жить под мирным небом. Концерт состоялся в рамках проекта «Герои Химок». Дети исполнили песни военных лет и поздравили всех химчан с памятной датой.